Всем привет, на связи Игорь. Так, я приехал примерно минут 30-40 назад, покопал и понял, что надо снимать, потому что пошли балдышки. Ну, как балдышки, вот она, кардан. Вот медяшка, кусман. Хороший кусманчик. 4 кусманчика. Вот латушка, многие выкидывают железо, а внутри хороший кусочек латуни, тяжелый. Вот алюминка, вот медяшка еще. Вот я вчера копал, сегодня приеду домой, покажу вчерашний коп. Плюс вот смесь, вот еще вот это сегодня медь нашел. И еще алюминий. Ну вот это вот алюминий маленький. Ну то есть сегодня тоже уже нормально накопал тоже. Ну не знаю, вот лемех, который я продаю за 400 рублей, но он убитый в хлам. Его только в чермет примут. А если было бы целиковый, плюс 400 рублей прям разом. То есть... Такие детальки уже попались. Еще там есть, я прям уже понял, где там. Сейчас я сниму вам и пойду копать, и буду все поэтапно показывать. Так что, как-то вот так. Приятного просмотра. Так, ну вот. Вот еще пронес чуть-чуть. Ну, с децл, эта фигня. Коп идет. Немножко принес. Ну, вот цветник еще медяшки нашел. Вот такой вот фигни. То есть все ништяк. Пакетик наполняется за 2 дня. Короче, нормал. Ну и сейчас покажу, сколько я еще минут. Так, за 30-40 накидал по буренькому чермета. Сегодня, в принципе, коп. Все нормал. Я сделал свою норму. Можно ехать домой. Но чуть-чуть еще покопаю прям полчасика. Вот, в принципе, я. Что у меня тут получилось? Был бугор, как помните. Сейчас тут не пойми, что. Работа кипит. Игорек работает. Называется. Вот я обкопал за эту вот кучу. Я сегодня покажу, сколько я выкопал вот с этого и вот с этой кучи. В принципе, стоило на того. Просто тут хлам. Тут все выкидывали. Вот. Ой, наши старички, как говорится, деды. Ну, никто не знал, что железо так будет в наше время стрелять плотненько. Чего только нет. Вон кости. Блин, всякой фигни. Ну вот я накидал по-быренькому еще железочек. Есть и массивненькие. Вот, допустим, к примеру, блин, тяжелее всех, наверное. Ну как тяжелее, такая плотная. Чуть-чуть немножко пластмасски, но это фигня. То есть вот, а вот кувалда какая-то. Тяжелая вообще жесть. Ну вот этот железок я накидал по-быренькому. Так, мешочек. Половина мешка, так тоже нормально. И вот еще балдышку нашел такую. Прикольную. Но это от глушителя какая-то херь. Ну не суть. Будем, как говорится, ее тоже забирать. Еще полчасика покопаю, в принципе, нормально. Даже вот такие вещи все забираю. Это алюминий. От лампы. Ну накопал вот килограмм 30. Может с натягом 35-40. Ну короче, не суть. Цветнинки вот сегодня. Ну и хотел вроде домой ехать, как обычно, как всегда. Думаю, снимать сегодня не буду тогда, потому что, ну, смысл снимать. Тут нет ничего. Ну и как обычно. А так-то вообще приехал сегодня, в принципе, попробовать новый метод. Болгарки. Но получилась хрень, можно только отпиливать. Это я посмотрел фишки в Ютубе, ну, приколы. Я все смотрю в Ютубе, что мне надо. Буду на следующий год, короче, покупать. Вот, кстати, еще. Чтобы, когда вы не знаете, что заметал, это железо. Вот, магнитиком раз, проверили. Если не магнит, значит, надо проверять досконально, что заметал. Значит, ценный металл. Но не суть. Суть в том, что приехал в болгарочке попилить вот этой шуруповерт-болгарка. Ну, получилось говном. Получается, только можно отпилить ей какие-нибудь маленькие детальки. У меня есть болгарка, но она с вилкой старая. Ну, имеется в виду не старая, а я не с аккумулятором ее покупал. Но не суть. И теперь я подумал, железо у нас есть полно, которое можно резать. Либо буду брать, как это называют, генератор, короче, не суть. И буду болгарку ту свою подсоединять и пилить в любом месте, где захочу. Либо есть этот, купить сразу. Эту, блин, как она называется? Бензопила. Ну, пила, но только болгарка, короче. Вы поняли.
Ну, вот такая фигня. И, короче, на следующий год я это по-любому буду покупать. Ну и не суть. И продвигаемся дальше. Вот сегодня я выкопал территорию. Сюда могу показать, в принципе, вот тут все умято, офигято. Это вот склады. Я вот около складов, которые, где раньше зерно было, наверное. Там не суть. Я помню маленьким, что-то очень плохо помню все. Ну, вот тут обшуршал. Как говорится, местность. В принципе. Ну все, ее вон там обошел, там. Ну, короче, нормально, что. Даже я и рад, вот что накопал сейчас. В принципе, я приехал часа полтора-два копая. Думаю, если что-то будет балдыш попадаться, по-любому буду снимать. Ну, уже под конец копаю, думаю, ну, снимать сегодня точно не буду. Ну, не тут и было, ребята. А тут я еще не закопал. Только что балдышку выкопал, потому что вон прям рядом. Что-то я пошел, думаю, попозже закопаю. Вот я всегда закопаю. Ну и смотрите, какая. Просто жесть вылезла. Даже не знаю, что это. С мой палец, блин, толщина. Сколько тут? До хрена миллиметров. Здоровая просто жесть. Вон она шевелится. Но лопата гнется. Лопату сейчас я сломаю просто, если буду дальше тянуть. Короче, буду окапывать. Как говорится, показывать вам. Потом балдышку в конце копа. Ну, или постараюсь сейчас. Поэтапно буду еще показывать. То есть, обкопаю. Еще заснял. Ну, то есть, как говорят, из ничего получился, как говорится, видос. То есть, в принципе, что, не хотел снимать. Но Бог сказал, надо снимать. Как-то так вот. Слава Богу, нашел отличную балдышку. В наше время такую балдышку найти, это жесть. Очередная балдышка. До этого уже были хорошие балдышки. Всем приятного просмотра. Вот она, балдышечка. За 5 минут я ее попал. И оказывается, очень тяжелая, ребята. Это просто жесть. Я не знаю даже, что это такое. Опа. Вот она. Их ёпрс. Ну как тяжелая? Она купила свой коп. Не зря. Еще раз скажу. Терпение и труд. Все перетрут. Там еще даже что-то есть, наверное. Но не суть. Будем все поэтапно показывать. Всем приятного просмотра. Ну вот. Выкол на коп. Накопал уже. Не знаю, килограмм 70. 80. Так, ну вот. Вот сегодня коп отличный. Хотя не хотел снимать, просто тупо набрел вот на эту балдыжину. Тащил ее еле-еле. Кое-как. Пускай она кажется маленькая, но блин, удаленькая. Короче, не суть. 100 прям верных с этой кучей. Ну, вот с этой балдышкой накопал, получается. Вот сегодня, вот такие детальки, вот. День удачный, когда шестереночки находишь. Вообще мне прям прет, прут они. Вот, балдышня. Ну, то есть, по сути, килограмм 100 есть. Взял резину с собой, Юлька. У меня сестра. Ну, ей нужна резина. Вот сейчас, сколько я копаю по всем местности, грубо говоря, очень уж мало осталось резины. Надо ее тоже начинать копить. Потому что, так я знаю, мест уже штук 10-15 уже можно привезти. Ну, то есть, на все надо делать, как говорится, выгоду. Так что, вот так вот, по цветнинке, вот. В принципе, больше особо и не прибавилось. Ну вот, конечно, вот в кармашке только что вот скопа. Конечно, в кармашке еще есть. Сейчас еще прибавим. Вот. Вот. То есть я мир очищаю от всякой фигни, потому что вот она. Столько вообще выкидывают люди у нас. Ну, варвары, я считаю. Ну и вот, лишка. Так что не суть. Тут нормально сегодня. Самое-то главное еще вот что. Так, лемешки. Вот раз лемех. Вот два лемех. А вот эти вот я не знаю, поскольку они пойдут. И вообще их примут. Я их тоже оставлю. То есть, если сегодня этих уже 400-400-700 рублей заработал, все эти, может, возьмет по 100 рублей плюс-минус. Будет тоже нормально. Это уже косарь. Вот тут лежит косарь. А так сдавал бы их в чермет и был бы фигня. Так что, ну и тут, я не знаю, сколько тут килограмм. Ну, 100, я думаю, с этой балдышкой будет. Вот эту буду раскиливать. Вот, это кажется, как будто вот
Вот тут вообще нет ничего, типа не меди. А вот эти вот две. Вот. Вон, видите, там. Там может быть. Как вы думаете, что медяша? Я ее положу, конечно же, в цветной, потому что потом, когда будем зимой все работать, тоже цветнинок у меня уже много мешочков. Я уже даже со счета был, сколько там. Как я уже видео снимал, показывал. Но не суть. Короче, будем разбирать, и все будет нормально. Так что, кому нравится мой канал, подписывайтесь на него. Ставьте лайки. Пишите в комментариях свое мнение. То есть, как-то вот так вот. Пока-пока.